В большую сцену под открытым небом превратилась Площадь Победы в эти выходные. На один день международный фестиваль уличных театров заехал в Северодвинск. И обаятельный клоун Пача. Он же Эй Пача, он же Эй Паша. Это русский вариант имени аргентинского музыканта, клоуна и кукольника. Его концерты полны сюрпризов. Участник международного фестиваля уличных театров впервые приехал в Россию. Вы знаете, чудесная публика. После шоу все идут обниматься, фотографироваться, брать автографы. Мне очень все нравится. Клоуна Пача из Аргентины, которого публика тут же окрестила Пашей, долго не отпускали со сцены. 27-летний молодой человек – потомственный комедиан. Семья с выступлениями объездила почти весь мир, но в России Паша впервые. И впервые бессмысленно ждал, когда же начнется ночь. Виртуозно считает по-русски клоун, актер и музыкант Пача из Буэнос-Айреса. У нас его прозвали Паша, но он даже рад новому имени, ведь Пача на его родине значит «суп из куриных потрохов». Видимо, отец посмеялся над новорожденным сыном, он тоже был клоуном. Пача, как и полагается классическому клоуну, веселый и грустный одновременно, но все-таки он другой. Костюм, жесты, мимика выдают иностранца. Кроме мимолетных шуток, Пача развлек публику битбоксом и игрой на пианино. Ты не можешь контролировать все, и для клоуна очень важно уметь справляться с этим, потому что ты не можешь просто отвернуться и уйти от людей, ты должен работать, поэтому нужно брать те вещи, которые не получаются, и разворачивать так, чтобы было здорово. Мне очень понравилось, как он играл на своей пиле, музыку он играл.